Алло, редакция. Одеський театр опери та балету – мабуть, найвідоміша візитна картка міста. Сучасну будівлю побудували австрійські та німецькі архітектори Фельнер та Гемлер в кінці 19 століття. Тут найдорожчі вистави у місті та, як нашептали мені на вушко актори з інших театрів, найвищі зарплати. Саме тому, що театр – це бізнес, який вимагає гостре чуття на публічний запит та чуйне керівництво, ми запитали про фінанси директорів найпопулярніших театрів міста – Національного театру опери та балету, обласних українського, російського та театру Москомедії, приватного будинку клоунів. Та бонусом – концертне агентство «Палеарт», яке привозить та створює театральні вистави, але не має власного приміщення. Сьогодні скільки вам обходиться создати прем'єру? Ну, учитывая, что зарплату творческому персоналу и зарплату всему хозяйственному персоналу театра платят практически, ну, на 80% областной бюджет, то только на материальную часть и на привлеченные какие-то составляющие постановочных групп и исполнения порядка 1,5 миллиона сейчас обходится спектакль. Є, наприклад, дитячий проєкт, там, що народження балерини, там десь близько 6 тисяч гривень. Це наш економічний, але дуже цікавий проєкт. Да? А є, наприклад, Травіата, яка 3,5 мільйони витрати складають. Ну, там є... А скільки треба зробити виступів, щоб окупити це? Ну, раз на раз не приходиться. Іноді буває, поставили Дон Кіхот, там за 10 вистав ми його окупили. І вже з ліхвою кошти вже пішли просто на рахунок театру як незатратні. Це може бути там 50, може бути 100 тисяч гривень, може бути мільйон. У мене є такий спектакль «Лікарство від депресії». Угу. За перший же показ він був повністю окуплений. От і все. А какова була його стоїмость постановки? Ну, я не знаю, насколько это для эфира пусть звучит, но это не важно. Значит, спектакль стоил 93 тысячи гривен. Вот все, все, что там происходило. Оформление. Ну, в общем, весь спектакль стоит 93 тысячи гривен. За первый же показ мы сняли 86 тысяч. Это полный зал, висели на люстрах. Деські театри вже давно пристрастились до оренди власного приміщення, адже це нескладний спосіб поповнення бюджету при мінімальних витратах. Так, в Українському театрі та Москомедії кількість гостевих вистав дорівнює числу вистав власного виробництва. Година оренди визначає і департамент культури, і погоджується ця цифра з управлінням майнових відносин. Близько 11 тисяч гривень кошти година оренди в Українському театрі. У нас є утверджена калькуляція по часовій розцінці. Сьогодні це стоїть порядка 70 тисяч гривень. Ну, вам вигідніше свої регулярні репертуарні спектаклі вставити в сітку місячну, ну, от, або все-таки здавати в оренду? Мы не будем говорить о выгоде. Понимаете, все бывает разное. У нас сегодня наш аншлаговый спектакль стоит больше, чем аренда. Но недалеко не все спектакли аншлаговые. Я разговаривав з директором Москомедії, вона говорить, що от аренда театру стоїть порядка 70 тисяч гривень, ну, от на вечір, да, грубо говоря, там. Ну, соответствует правде, если не. Конечно, но существует дифференциация. Во-первых, есть праздничные выходные дни, есть, например, выходные дни в театре. Вот во всех театрах понедельник, в Москомедии выходной день во вторник. Понятно, что выходные дни, они за другие деньги могут отдавать в аренду. Плюс количество часов
часов, которые тратятся, вот, либо мы пришли и там потратили 2-3-4 часа, либо мы там приехали с утра, с 8 утра и до окончания мероприятия. Это все влияет. То есть нет четко, вот, что вот сумма аренды такая, она не меняется. Сколько стоит у вас взять в аренду помещение? Это коммерческая тайна. Вы что? Пусть кто... Приходите, договоримся. Про кошти говорить не буду. Це комерційна тайна. Мы не можем себе позволить поднять сильно цены на билеты. Потому что как бы одной рукой мы уже в карман налогоплательщику залезли. То есть мы взяли из налогов деньги на зарплату. Поэтому мы не можем еще раз налогоплательщику залезать и платите нам больше. Мы можем пойти по пути, вот, чтобы более прибыльными быть, по пути повышения билетов. Но тогда какая-то часть зрителей не сможет нам попасть. А будем так говорить, что зрители, любящие театр, не всегда имеют возможность купить дорогие билеты. Після 2014 року одеські театри разом з усіма українськими познайомились з СБУ. Кожного актора, зокрема з Росії, доводиться перевіряти, чи не внесений він до бази миротворця через підтримку анексії Криму чи відвідування півострова. А також, чи немає заборони на в'їзд до України. Коли це відбувається в останній момент, то збитки несуть всі сторони. Мы сталкивались с тем, что у нас отменились мероприятия, при этом они были согласованы со всеми необходимыми службами. У меня к этому свое отношение. Может быть, оно кому-то не понравится, но я считаю, что для того, чтобы требовать от кого-то каких-то там телодвижений, да, в определенную сторону, надо предложить что-то свое. То есть мы ничего не предлагаем, а только запрещаем. Сегодня для того, чтобы попасть в Крым, например, по Украине, нужно приложить недюжинные усилия, добираться туда на перекладных. Понятно, что если вы запрещаете, ребята, предложите альтернативу, да, вот мы предлагаем попасть вот таким вот образом. Мы ничего не предлагаем, но нам очень выгодно для того, чтобы как бы кому-то перекрыть кислород. Але не тільки СБУ має список акторів, заборонених в Україні. Одеські театри також мають власний чорний список артистів, для яких двері закладу назавжди зачинені. У нас є таких на сьогоднішній день два исполнителя, это Любовь Успенская, которая позволила себе совершенно в нетрезвом виде выйти на сцену и долго не выходить, 40 минут задерживали концерт, и Потап и Настя Каменские. Был здесь концерт, а в зрительном зале были, ну, знаете, как на детском спектакле. Вот одна большая голова, потом два кресла, дети. И Потап, извините, позволил себе снять штаны. Вот с Жанной Агузаровой мы работали когда-то на заре нашего шоу-бизнеса. Она была на сцене 27 минут, потом сказала, что ей пришел сигнал с Марса и отправилась за кулисы. Больше на сцену не вышла. Ну, естественно, же с ней мы больше не работали и не собирались. Это была очень интересная история, которой мы отдувались еще полгода после, наверное. Звичайно, популярність та касовий успіх театру залежить від репертуару. Але чи існує рецепт успішної вистави? Ну, тут угадати щось дуже складно. Бувають ситуації, коли багато йде аншлаг, а потім в якийсь день назначений спектакль, а в цей день якийсь міжнародний футбол. І мужчини своїх жін не відпускають в театр. Наприклад, замечательний мюзикл «Волшебник Ізумрудного міста», який когда-то називався «Волшебник країни Оз», у нас публика не приняла. Вот Оз не зашел. А «Волшебник изумрудного города», украденный, кстати, Волковым в свое время, да, где вообще не упоминалось имя автора. Вот он зашел зрителям, и сегодня у него, наверное, даже какая-то вот вторая жизнь. Хотя спектакль, мне кажется, что такого уровня в Украине вот для семейного просмотра, мне кажется, что спектаклей в принципе нет. К сожалению, критики настоящие у нас как бы очень маловато. Поэтому приглашаешь всех тех людей, которых мнения, которыми ты дорожишь, показываешь им, они смотрят, говорят, да, это хорошо, это плохо, это вы тут подмените, тут немножко подправьте. И потом спектакль, ведь это живая штука. Это как хорошее вино, как хороший коньяк. Чем дольше он настаивается, появляются какие-то фишечки новые, какие-то еще вещи. Каждый спектакль, когда ты уже знаешь хорошо материал, это, ну, в кайф себе. Ты играешь, и вдруг находишь еще какую-то штуку, еще какую-то партнера чем-то подлавливаешь, думаешь, как бы его расколоть на сцене, как бы еще что-то сделать. И иногда из вот этих вот расколов, баловства этого, рождаются те вещи, которые делают спектакль
спектакль вот полноценным. Он рождается как молодой организм, как твой ребенок, а ему надо нарастить мясо. Это только скелет. Мясо наращивается иногда через 12, через год может вдруг какая-то фишечка появиться. Ёлки! Вот она точно здесь должна была быть. Как мы раньше не придумали. Она ложится и все. Спасибо вам большое. Мы закончили. Спасибо вам огромное. Да, спасибо большое. Спасибо.